Уважаемые жители города Клинцы, Клинцовского района, хотелось бы довести до вас информацию о том, что с 1 января 2022 года поликлиника номер 1 в области Клинцовской ЦГБ вступила в проект «Новая модель медицинской организации». Проще говоря, как все говорят, бережливая поликлиника. Данная модель предусматривает улучшение качества обслуживания, медицинского обслуживания населения города Клинцы. По этой программе предварительная запись на прием к врачам должна составлять не менее 60%. И проект, который мы сейчас работаем над проектом, процентная запись на прием, на амбулаторный прием по плановой помощи медицинской составляет 90%. 60% люди могут записаться посредством портала госуслуги, предварительно создав там личный кабинет, и записаться на прием в нашу медицинскую организацию, а также по порталу на прием инфо. Это наш региональный портал, портал, через который проще и доступнее можно записаться. Также есть вариант записи во все поликлиники, расположенные на территории города Клинцы, а это поликлиника номер 2 по адресу Октябрьской, 75, детская поликлиника, женская консультация Ворошилова, 33, и стоматологическая поликлиника через инфомат, который расположен в холле нашей регистратуры. Очень просто, все пенсионеры пользуются, не только пенсионеры. Если пациент самостоятельно не может это сделать, помощь в записи окажут дежурная на посту при входе в поликлинику, а также регистраторы ежедневно окажут практически любому человеку помощь в записи. Также можно позвонить по телефонам 523-44, 513-45, 584-69, и по этим телефонам регистраторы, которые работают в поликлинике, смогут вас записать при глубине записи в 2 недели на амбулаторный прием к любому врачу. Конечно, учитывая недостаток кадров, проблемы есть, проблемы существуют, но если смотреть практически, на 14 дней вперед ко всем врачам, которые принимают в поликлинике номер 1, можно записаться. Также сейчас врач, который ведет амбулаторный прием, будь то хирург, травматолог, гинеколог, они могут к другому специалисту, к узкопрофильному, записать пациента с рабочего места. То есть проблем в этом сейчас нет. Те очереди, которые были с 4-5 часов утра, занимали пациента, этого делать совершенно не надо. Мы просим записываться удаленно, еще раз повторяю, для оказания плановой медицинской помощи. Это не касается экстренной, неотложной помощи. Посредством удаленной записи. И не приходить в то время, которое вы выбрали. Не нужно приходить и ждать 3-2 часа, а очередь в указанном талоне составляет, допустим, 13 часов вы пришли, в 11 часов не надо этого делать. Переходите к указанному времени. Конечно, бывают накладки. Накладки мы будем в рабочем режиме все исправлять. И еще раз повторяюсь, я прошу использовать предварительную медицинскую запись.